Так, девочки, а вот так у нас ничего не готово. Подожди, баклажаны, рулетики я засниму. Здесь у нас, мы сейчас по пиву будем. У нас есть соль, весы. Сахар, самое главное. Соль, сахар, да. Вот, у Натосика, значит, тут можно же с вашего разрешения, да, холодильник. Если ты не хотела, а что? Да все нормально, гостеприимство у нас. Тут котик Серик, ему 15 лет. Привет. Привет. Ну да. Такая. Давайте, девочки, чай. Да, до встречи. До встречи, девчонки. Я хочу вам представить этого кабинет владельца этого дома. И посмотрите на это количество разного алкоголя. Это Наташа не допила внизу бутылочку, пожалуйста. Ну, как бы это наши объемы, да, в принципе. Это все. Это любимые размеры. Но нам... Здесь, девочки, водка. Водка. В виде автомата. Ну, можете открыть, потом посмотрим. Слушай, ну, как бы, дай бог нам сил. Угу. Ну, как бы, сегодня. Ну, да. Пойдете. Ой, нет, на самом деле, на шашлыки приехали. Серик, ты такой красивый, Серик. Ты красивый, спокойный кот какой ты. Он вчера в ахере откуда окружающего. Чтобы задобрить Брюса, мы даем копытца северного оленя. Брюс. Люди таких деликатесов не едят. Да. Или мы сейчас под пиво. А может, Брюс просто пивасик хочет? А может, его налить? А мы сейчас под пиво, Брюс, это съедим. Зайчик. Брюс, ну. Может, закрыть пока его? Брюс. Да он вроде нормально. Ну, что ты, Брюс? Просто он домой не надо. Он сейчас будет мешать. Мешать нам будет, Брюс будет мешать, потому что мы будем шашлыки. Брюс, хороший мальчик. Так, мы будем жарить шашлыки. Что там? А что мама даст? Мама что дает? Сыр он любит. Ни разу не давала. Сыр не пошли. Ну, может, тут 10 кучей. А то, видишь, копытца оленя не прельщает. Да. А это обычный лист. Что это малина? А малина будет урожай? А это же выжившее дерево одно. Было 4. Но вот этот красивый парень, вот этот, мой любовник. Брюс. И дерево, он сказал, что они здесь не будут он расти. Он обоссал или сожрал? Сожрал. Вот так, Брюс? Вот так вот. Едок деревьев-то, а? Брюссель. Видишь, вот есть. Вот самое главное, как относиться к человеку, к собаке. Да, 100%. Вот, все, он вас все полюбил. Да. Вчера с гостями он не был. Нет, они ссали, я говорю, ну, псите, короче. Да, Брюс такой, мой жених. Да, Брюс? Вот так вот. Скажи, я тебя все сразу запрещу. Да. Хозяйку нельзя, у Саиды ревнивый парень, а тебя сразу заприметил. Да, скажи, блондинка, говорит, высокая такая, хорошая, да, Брюс? Красотка, какая краска, вот ко мне прям вообще подобрись. Все, любовь-морковь. Да, Брюс. А где у нас звезда? Нарезаем, насаживает на тузик, а нам мясо. Девичник такой получился. Да. Брюс скучает, ну, конечно, ему мясо же не достанется. У него же копыта северного оленя. Да. Копыта северного оленя у нас тут... Не такие деликатесы. Не такие, да, конечно. Ну, вот, ну, что ж теперь делаешь? Ну, чисто девчонка, надо у нас овощи. Там картошка у нас варится. А правильно, что поставили сейчас, кстати, картошку? Да, она будет вариться, пока до шашлыка, и мы потом кучек. Какие красивые, да, кусочки? Да. А я где? Люблю большими. Большие? Я тоже люблю большими, да. И это еще можно крупнее, они тогда сочнее. Еще крупнее? Я когда работала в ресторане в Украине, у нас армян, он делал у нас на порцию 2 куска, то есть вот такого размера. Да ты что? Да, вот такого размера, в собственном цеху.
люди просто ехали к нам на шашлык отовсюду. Это настолько вкусно. Вот не люблю вот это. Все-таки чем крупнее, тем сочнее. Вообще ништяк. Ну, сейчас попробуем, конечно. Потому что маленькие суши бывают. Высыхают. Да, да. А вот это вот именно кайф. Шашлык готов. Ой, красота. Овощи, хлеб, картошка молоденькая в сливочном растопленном масле. Лук маринованный. Тут уже подъели мы баклажаны. Это соус. Красота. Это мы просто девчонками решили отдохнуть. Это легкий ужин. Это легкий, это такой, да, ужин. Битые огурчики, Наталья. Вот так. Соус у нас еще будет. Соус я туда поставила. Ну ладно, мы перельем. Мы перельем. Да? Давай, 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 переливай. Все уже, у нас почти чисто тут. У нас, да, мы сейчас все загрузим в посудомоечную машину. И все. И вот у нас будет просто... И будем ловить кайфы! Будем ловить их. Да, у нас такое. Ну-ка, что это такое? 15 лет ему. 15 лет. Хороший такой, спокойный. Очень хороший. Мам, ты чё, куда? Так, я шашлычок попробую. Все съели. Красиво, да? Так, ну что там нам Саида нажарила? Я не знаю. Может, суховато? По-кавказски, что ли, 150 рублей. Оно стоит на 3 килограмма мяса. Но все равно... Есть лучше мясо, вот мы готовим, все равно. И мясо вроде вкусное. Нет, вкусно, вкусно. Нормально. А вчера нам мальчик пожарил, все равно, девочки. Я шашлычник там, я шашлычник. Ну, короче, у нас круче. Да? Ну, все. Намного. В следующий раз я приспособлю еще получше к вашему мангалу. Ну, все. Соус, как тебе? Да? Вот возьмешь баночку вот этой штучки. Соус классный, маринад классный, картошка бомба, просто вообще, девчата, правда? Картошка вообще шикардосовская, девочки. Слушай, а что это за сорт вообще картошки? Я не знаю, у нас вот здесь на рынке, ну у нас точка хорошая, там все вот такое качественное. Ну просто я смотрю, что картошка классная, скажи вообще. Буду всегда вот эту вот брать, прям она прям тает во рту, тает во рту. Там мне котик писает. Короче, с нами, да? Вообще, шикарно просто. На самом деле, девчат. Когда мы еще так сидели, девчонки? На природе. Так это только начало. Это только начало. Да, девочки, это еще лето не началось. Да. Понимаете? А Таня еще, мне кажется, недельки две будет, блин, в Челябинске. Так что я вас жду всегда. Да, я снимаю сейчас. Сейчас? Вот она мне выкладывает. И люк закрой, когда это. Он смотрит. Он смотрит и скидывает мне твои рецепты. Нет, хочу на ютубе. На ютубе он не смотрит. А, на ютубе не знаю. А истории твои все смотрят. Ребят, вообще вкусно. Вот мы, девчонки, я не знаю, я не хочу принизить мужчин, да. Но настолько вкусно все, настолько мы быстро организованы. Душой. Да. И что тут? Практически ничего, да, а вот так вот... А как ничего? Я же тебе говорила, картошка, мясо, кажется, как будто раз, два, времени, а мы все равно, мы организованно все сделали. Молодцы. Соус супер острый, Боже, как девочки, я люблю. Какая вкусная картошка, не могу. И вот... Вот такая картошка именно вот весной, уже летом, уже такой картошки все равно не найдешь. Не найдешь. Химическая будет, поняла, какая-то химия одна. А вот это такое ощущение, что... Девочки, вообще шикарно. Тает. Очень все шикарно. Она тает во рту. Прелюдия пошла, прелюдия. А он уже знает, куда. Он мужчина. Вот. Говоришь, я его боюсь. Видишь?
красивый, да? Красивый. Ой, ну все, Брюс, ну, это там, твоя там? Мечта. Да сейчас, подожди. Женщина-мечта. Да, да, боже мой, господи. Ой, ты, ласки-то какие-то, все, Лиз, он тебя будет узнавать. А что такое? Что такое? Брюс, что такое? Ты так пел красиво, я пришла с камеры. Слышишь, все замолчали, девчат. Я пришла с камеры. Все, а ты видишь, у тебя реакция. А все орали, как не в себя, слышишь? Что такое? Брюс, что такое? Брюс, ну что это такое за зайчик такой? Ты Брюс такой, зайчик такой, зайчик такой.